Всем привет, это Эльдар Шибанов, вещаю из самоизоляции, это фильмейки порно, режиссерский дневник, где я рассказываю, делюсь своим опытом и tips and tricks, как я снимаю свое короткометражное, полнометражное кино. Раз я спросил мамы, это фильм, который сейчас заморожен, а на примере с Эльдаром Гамбу я рассказываю как раз об опыте съемок постельных сцен. Да, и вот и мы отсняли вот эти постельные сцены, которые мы долго репетировали. Долго снимали, готовили, которые дались кровью и потом. Спасибо моим актерам, которые отважные снялись в этом всем. Спасибо моему оператору, продюсеру, всей команде. И вот мы сняли. Сижу за монтажным столом. Мы сделали там уже несколько драфтов монтажа. У нас уже кат, как называется, да? Все собрано. И для чего снимался фильм? Он снимался для того, чтобы попасть на международный кинофестиваль. Какой был... Тот, на который мы были нацелены, это была Венеция. Мы поставили туда, но, точнее, перед тем, как отправить, есть на всех фестивалях есть регламент. Регламент того, сколько, какой максимально длинный фильм они допускают. И в Венеции это 20 минут короткометражное кино. Максимум, вы не больше 20 минут можете поставить. А мы в итоге наснимали материалы, и у нас получилось 25, что ли, минут фильм. И мы сидим, монтируем, мы не знаем, что выкидывать, уже все повыкидывали. Остались вот эти постельные сцены, которые занимают большую часть фильма. И в итоге мы сидим, блин, как резать. И просто тебе приходится вырезать прям большой кусок, потому что там были такие движения сначала. Она отчаивалась, он вставал, ее как бы обратно склонял к этому. Потом он расстраивался. И, ну, были такие вот игры туда-сюда. И пришлось их вырезать. Они были очень прикольные, они создавали атмосферу такую. Но... Это пришлось порезать, и другие сцены тоже пришлось сократить, потому что для чего вы снимаете фильм? Вам нужно понимать, вы не просто снимаете фильм, чтобы там показать друзьям, родственникам, потешить свое эго. Это, конечно, тоже. Это все важная часть. Но если вы снимаете кино для фестивалей, получить награду, поучаствовать в фестивале, заработать какую-то славу, то вам важно, чтобы этот фильм попал на фестиваль. Для этого вы изучаете его регламент, смотрите фильмы, которые туда проходили, чтобы понимать, потому что у каждого фестиваля есть своя специфика, своя конъюнктура. И вот лимит 20 минут вам нужно соблюсти, поэтому вы вырезаете, отрывает сердце куски фильма вашего, потому что вам важно, чтобы этот фильм дошел до конца, до зрителя, который вы... Потому что если вы снимаете, например, полнометражное кино для кинотеатров, там тоже есть регламент. Вот, так как мы готовим про секс, про сию маму, и это романтическая комедия для кинотеатров, для широкого проката, прокатчики, дистрибьюторы, даже больше сами прокатчики, кинотеатры любят формат где-то полтора часа, не больше, 90 минут, потому что тогда они могут больше вместить в сетку фильмов, и это им удобнее, больше людей посмотрит фильмы, больше будет сеансов и больше будет прибыль всем. Поэтому тут тоже есть регламент, в который нужно поместиться. Вот сейчас у нас, например, сценарий про секс, про сию мамы, это 120 минут. Мы сейчас, конечно, как-то пытаемся это сократить, но в итоге нам нужно будет сократиться до 90 минут. Потому что больше, ну, это будет тяжелее смотреть. Потому что это комедия, и комедия желательно, чтобы не была больше полтора часа. Мы сидим, мучаемся, пишем. Потому что бессмысленно, например, снимать вот эти 2 часа, чуть потом вырезать, потратим кучу денег, времени, не знаю, как это делать. Поэтому всегда есть регламент, вам нужно понимать, для кого вы снимаете. Не просто так снимаете, но может быть, если вы учитесь, конечно, вы снимаете просто так. Но если вы уже осознанно подходите к съемкам, потому что «Секс, страх и гамбургер», я уже осознанно подходили, должна была быть работа. Или у нас что-то получится, и мы пройдем на фестивале, или все, до свидания, нам не стоит снимать кино, будем заниматься художественной постановкой и спецэффектами. Да, в следующий раз скажу о том, что на съемках бывают такие моменты, когда вы что-то не успели снять. Ну вот, не успели, например, снять какой-то кадр, который очень важен, так как у нас вот есть такие интимные сцены, и мы что-то не успели, и как из этого выкручиваться, смотрите завтра. Пока.